Казахстанцы, попавшие в беду за границей, смогут экстренно связаться с консулом, адвокатами и медицинскими службами. За одно касание экрана телефона. В Министерстве иностранных дел разработали специальное мобильное приложение, чтобы туристы могли в трудную минуту обратиться за помощью. Смарт-тревел KZ – это своего рода путеводитель. В нем есть ответы практически на все важные для туриста вопросы. Информация о визовом режиме, законы, правила ввоза и вывоза грузов. Но самое главное, каждый казахстанец сможет в любое время напрямую связаться с консулом при возникновении какой-либо проблемы. Через приложение турист может получить услуги, которые оказывают дипломатические представительства. Программа особенно полезна в зонах природных катаклизмов, при терактах и других чрезвычайных происшествиях. Подобные мобильные приложения активно используют граждане США, России, развитых стран. Оно показало свою действенность, используется очень активно и успешно. Тем более, что в экстренных ситуациях граждане часто бывает, что утрачивают документы, теряют вещи, но сохраняются средства мобильной связи. И, соответственно, они могут всегда зайти в это мобильное приложение и получить адекватную помощь со стороны наших загранучреждений.